Мы находимся в городе Славянске, район Целинный, улица Союзная, 25А. Сейчас я занимаюсь производством декоративной керамики, которая включает в себя вазы, шкатулки, статуэтки, просто мебельные декоры. Декор – это предмет, который должен радовать глаз и поднимать настроение человеку. Отсюда статуэточная группа моих изделий. В 1988 году я пришла на Славянский керамический комбинат. У нас был промышленно-экспериментальный цех, в котором были первые лепщики города Славянска. Мне всегда хотелось уйти работать в эту прекрасную тему. Работа, приносящая удовольствие. Ну да, это, наверное, для меня и хобби, и работа. Потому что начиналось это как хобби, а переросло в работу. Мне было страшно начинать, потому что в период войны, ну разве до вазочек будет делать, до статуэточек? А оказалось, что люди любят прекрасное во время войны. И до ее, и после. Благодаря гранту я построила две новые маленькие печи, которые позволили разделить цветовую гамму. Это технологические нюансы. Каждый цвет имеет свою температуру обжига. О гранте ПРООН я узнала от керамиков, которые уже выигрывали в прошлом году. Посмотрела, все было понятно. Начала заполнять документы, связалась со специалистами и подалась. Глаза боятся, руки делают. Поэтому я верю в хорошее будущее, я верю в свое участие в международных выставках, но верю в перспективу развития нашего производства. Ну а для того, чтобы осуществить все наши мечты, нужно просто верить, работать и снова работать.